Поездка на автомобиле после утренней прогулки. Июнь 1975 года, Денвер. Насколько глупы эти негодяи? В наше время они активные дураки. Лучше уж быть ленивым дураком. Да, ленивый дурак глуп, но поскольку он ленив, он не причинит много вреда. Но активный дурак будет лишь источником вреда. В настоящее время население мира – активные дураки. Мы же воспитываем людей ленивого разума. Разумный человек должен быть ленив. В противном случае, как он сможет поступать разумно и рассудительно? Хорошо, дайте-ка подумать. Нельзя рассчитывать на то, что разумный человек тут же вынесет решение. Его можно назвать ленивым, но это не тамагуна. Это трезвость. Но в современном обществе наблюдается тенденция к активной глупости. Коммунисты — это активные дураки.